пока Путин ублажает Ким Чен Ына и на коленях выпрашивает патроны, у него дома Саратов горит. Газопровод Саратов-Москва устал и случайно взорвался. А мораль такова: не бей по зерну другому, иначе начнут взрываться газопроводы. По сообщению диспетчера «Газпром-Трансгаз Саратов», произошла разгерметизация на газопроводе Д-1000. Взорвалась первая нитка газопровода «Песчаный сторожовка» с последующим горением. Сообщается, что площадь пожара составляет 2 гектара. Так что россиянам рекомендуется срочно запасаться газом, а то скоро закончится. Однако пока что неизвестно, был ли предшествующий взрыв, или оно взорвалось само по себе. Но горит очень красиво, мне нравится. От Саратова километров 5 отъехали. Вон пламя бушует. Дым вверх поднимается. Что-то полыхнуло конкретно. Да. Какой-то капец. Немного ранее произошли взрывы и в оккупированном Крыму. После них в небо поднялся огромный столб огня и дыма. Взорвалось что-то очень мощное, но информации пока мало. В районе Заозерного сильное зарево и пожар. Подробностей нет, но известно, что вокруг города расположено множество воинских частей и военный аэродром Саки. В Крыму прямо какой-то осенний рейв начался. Надеюсь, что это не будет прекращаться. Детонируют, скорее всего, или склад там боеприпасов, или ракеты, видишь, там пожары, оно... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.